Мир глазами придурка 5. Я же говорил, что белорусы все сыкуны. Палата 56, смотри, видишь как оно бывает, когда очко щемит. Вовчик какой экстрим для вас, что для нас экстрим, вам смерть. Это я Богомазу и палате 66. Вот так суровые белорусские пацаны в спажилетах идут долбить рыбу. Еще груз. Пяткой топни. Это твой индикатор износа льда. Ну, под собой долбани разу. Народный старинный белорусский. Давай, бронежилет. А я и забыл про бронежилет-то. Как там деревня дураков? Человек в бронежилете. Это не спа-жилет, это бронежилет, чтобы быть тяжелее, чтобы было больше экстрима. Больше. Куда ты? А это кому? Тебе, я с твоим ящиком? Я оператор. Я вообще ледобур нести должен. Бери санки. Какую доску ты берешь? Это у тебя противопроваливалка? Доска, короче, у нее всегда подмышка. Если провалится, чтобы под лед не уходить. Вот так вот челябинские пацаны учат рыбачить белорусских. Твою мать! Я-то 110. Кораблик. Были санки, стал кораблик. Ладно, снимем вот до конца. И что потом вырежем? Кто как провалился? И почему? Кто сыт, тот гибнет. О! Спасалка, доска называется. И нам здесь эта доска еще пригодится. Два дня пососали. Два дня пососали, что губы устали. Кроме нас еще 30 человек. Все дрючат эту точку. Рыба кончилась. Всю неделю тут ловили по 100 штук все. Кому не лень. Щуку, судака. Ну вот с воскресенья обрезала и до сих пор. Вторник. А как, капец стало как. Просто капец. Короче, где-то время 12. Вчера сосали здесь, сегодня решили в старицу сгонять. Невозможно. Губы болят, так долго ничего не ловить. Вот такие пироги. Всем привет. Мы прибыли. Пока открыто. Саша, едем джиговать на новогодние праздники к
красной будки. Понял меня? Сейчас будем вылазить на вход в Старицу. Выключать не буду. Сниму онлайн, как мы проваливаемся. Будет много интересного, как говорит Богомаз. Желтые пятна, как осьминоги делают, когда пугаются. Вот оно как. Давай, Михалыч. Здесь сразу яма. Хорошо. Давай, давай, кидай доску. Пойдем туда, там уже садись, ближе. Пошли. Белорусы очкуют. Челябинские терпят. Потому что страх иногда уберегает от необдуманных поступков. Да, Григорий Соколов? Ты, наверное, никогда не полез в эту задницу с нами. Давай, давай, иди, вон доску кидай, полезли на лед. Вон он там на берегу лежит, лед, давай. Че она короткая-то? Поскользнись только. Там бы вылезли уже. Мы живы ради наживы. Пошли обратно. Очковальщики. Айда сюда. Склифосовский. Камикадзе. Бур, оставь. Я тебе его протяну. А что ты с броник не одел? Хороший лед. Блядь, он тонкий вообще, блядь. На, снимай, блядь. Заебал, я не могу уже на это смотреть. Извините, что матерюсь. Этот абоссион. Это сейчас поедет, блядь. Уложи аккуратно. Уложи аккуратно. Доску, смотри, что не поехала. Ага. Куда ты? Вылазь! Нафиг, бля! Это на белый, и белый вот там. Ну-ка дай ледобур. Так делать нельзя. Мои маленькие экстремисты рыбалки, запомните. Особенно белорусов. Стирать устаньте портки.
вот это за край, только понял, когда вот здесь стоишь. Над водой телефон передаешь. Молодец. Ну-ка улыбнись. Камикадзе. Свобода. Кто сыт, тот гибнет. А еще есть люди, которые притягивают неприятности. Давай, Коля! На край льда не наступай, делай шаг вперед. О! Мы в море. Life is кайф. Старится. Вторая яма. Это история, как два крутых джигита сосали. Два дня подряд. Вовчик, завтра будем джиговать, я отвечаю. Едем лодку накачивать. Туру-туру-туру-туру-т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 у. Деревня дураков, блядь. Туру-туру-туру-туру-т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 у. О, у тебя эти на сапогах сзади светятся. Подковы. Вот я говорил, чем белорусы, почему очкуют. Вот, подожди, не подходи. Ответ. Понял? Как там тебя зовут, забыл? Боровик. Сейчас мы ржать будем. Как Коля съезжает отсюда. Уклон тут, конечно, градусов 60. Если не 70. Так, а я того же мнения. Оп, оп. Да нет, половчее. Точила. Ноль. Два ноля у нас за два дня. О, не, я не говноежка. Такой не ел. Сарманку. Видали? Джиг продолжается. Там красная будка. Завтра выступаем. Новогодний джиг. Life is кайф. Да? Это инопланетяне на Паджере. Как там? Варвары против инопланетян. Ой, на льдинах решил покататься. Погнали. А ничего не видно. Едем надувать лодку. Какое сегодня число? 24. 25. 25 декабря. Сезон подлетной ловли закончен. Начался большой джиг. Я чуть не понял, где наше место? Оно же вон там где-то. Место-то наше вон там. Где я видел? А где наша полянка? Вот эти кусты. Вот здесь. Ну все, мы начинаем джиговать по новой в 2013 году. Отвернись. Бронежилете ниндзя.
все. 3 дня и 3 ночи мы с Колей делали ОП. И наконец-то свершилось. Мильцмастер.